Да. Доброе утро, уважаемые Анна Игоревна, присутствующие, президиум. Ну, у нас все нормально, температурный режим в норме, но, правда, есть один такой неприятный инцидент. Во втором детском саду, там, где дети инвалиды в том числе, кто-то весна оригинально сегодня поздравил с днем инвалида. Сняли одну из 348 ламп, которые мы повесили на той неделе, ночью украл человек. Вот так. Сторожа в здании, по технике безопасности, они не патрулируют прилегающую территорию, не имеют права ничего сделать. Лампа была на здании? Лампа была на фасаде. Никаких собачек у нас нет, ничего там не ходит, не бегают у нас. Садики едут. Да, это что-то нехорошо. Надо повесить, найти лампу повесить. Лампа повесить. Опять повесить, да? Ну, будем сейчас стараться восстановить освещение. Билетик сообщили? Конечно. Поверьте мне, Господь Бог его накажет.